все, друзья, с этим мы разобрались. А теперь для того, чтобы поиграть в мою самую любимую игру, мне нужно двое взрослых. А давайте я вам помогу. Вы хотите, да, мне нужно поговорить. Ну ладно, давайте. Она плохая. Ну ладно, хороший будешь? Если шоколадку дадите, буду. Пол шоколадки сначала, а пол после. Давай. Где пол шоколадки? Снегурочка, отдай пол шоколадки, пожалуйста. Все, на всех переложил обязанность. Итак, а теперь второй помощник, кто это будет? Вы так смотрели на меня? Да, выходите. Давайте поаплодируем моим помощникам все вместе. Так, супер. А теперь ответьте деду, пока моих помощниц наряжают. Ответьте деду, кто из вас любит играть в снежки? Расскажите, пожалуйста, а вы друг против друга играете или против взрослых? Это хорошо. Против взрослых и веселее, правильно? И сейчас у вас будет чудесная возможность помучить наших. Итак, ой, как тяжело делаете. Смотрите внимательно, солнышко. Сейчас подровняйте паровозик, девчонки, синие снежинки. Так, опусти бейсболки. Девочки, вот так вот. Это были снежинки, стали шреки. Ой. Да? Да, снимать красиво. Культурно так делать, хорошо, так. Ой. Теперь рассказываю. Вам нужно будет красивой снежинкой, которую дедушка сейчас нашел. Попасть прямо в штаны. Нашим маленьким помощником Санта-Клаусу. Итак, да, раздаем по одной штучке пока, ребята. Кому в конце не хватит, мы будем потом передавать. Внученька и клоун будут бегать и выдвигаться. Сделали три шага назад. Один. Два. Два не увидел. А вот после типа. И три. Вы детей загнали в угол, имейте совесть. Так ты ж сам. Не настолько, вот хватит, вот принцесса ты. Дети! Да, мальчишки, так ты. Итак, рассказываю, вам нужно попасть прямо в штанишки нашим маленьким помощникам и вернуться в конец паровоза. Я команда, больше снежинок забросим. Та получит от дедушки в подарок волшебное ничего. Подойдет? Нет, так не идет, девушка. Сейчас надо подумать. Ладно, два волшебных ничего. Такой пять. Ладно, получит самые веселые подарки. Договорились? Итак, внученька контролируется. Вова! Еще раз тянешь вас по рогу. Внимание! Я музыка феста, Снегурочка. Поехали! Ой, нет, 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 нет,
одному солнышко, не все бросаем, по одному бросаем, все. Поехали. По одному. Подходим, бросаем их, конец паровоза. Thank you.
Спасибо, Камила. Будь всегда. А также и повар Плана, который ей помогал в конкурсе. Добро пожаловать.